Скажи, Варечка, всем привет! Сегодня хочу Варе первый раз дать свеколку. Я ее натерла. Не знаю, будет она кушать ее или нет. Ей сейчас 6 месяцев. Ну, чуть больше 6 месяцев. 6,5 почти. Она еще не сидит, поэтому я ей вот так даю. Сейчас посмотрим. Будет она. Так, Варечка, мне, наверное, надо ложечку сначала взять, да? Чтобы ты понимала, что это кушать вообще надо. А то она сейчас все пожмякает и не поймет, что надо кушать. Да. Смотри. Первый раз даю на терке. Обычно только пюрешки она ела. Да и свеклу вообще первый раз. Так, вот столбичка. Варечка. Ну так-то она ни от чего еще не отказывалась. Отказалась только от огурца. Держи, сама возьми. Накидку я еще не покупала. Надела то, что можно заморать. Ты не будешь жмякать, что ли, Варечка? А? Жмякать вот это будешь? Все дети жмякают. Держи водичку. Надо? Водичку будешь? Угу. И я в белом сижу. Вообще молодец, да? Да, сама держи, держи. Вот. Давай. Угу. Давай. Вот, молодец. Жуй, жуй. Зубиков пока у нее нету ни одного. Опа. Скажи, такая чистая сейчас буду. Ох. Да? Тебя камера отвлекает. Уф, Варечка. Чувствую, мои нервы помимо сна еще и будут тратиться вот на это. Да, на чистку всего. Что, ты не будешь мякать, что ли, Варечка? Ты же можешь. Вот потрогай. Вот потрогай. Да. Ну все, две ложечки съела, все. Ты вот это можешь потрогать. Вот держи. Держи, вот. Ты можешь пожмякать. Не хочешь? Тебе еще не интересно, что ли? Ты отвлекаешься. Давай. Вот. Вот. Варя. Смотри. Смотри. Варя. Что такое? На, ложечку могу тебе дать. Ты меня все равно увидела, да? Хотела тихушку снять, потому что она отвлекается на камеру. Интересно, Варечка? Только не... Только так. Ага. Блин, походу, я не отмою ничего. Ну, вроде как интересно. Ладно, это самое главное. Итак, итоги. Все, я ее помыла. Это был первый раз, когда я ей дала такие кусочки. Это даже не кусочки, а натерки. И вообще дала ей попробовать покушать с тарелки. До этого я еще пюрешки, получается, я не ложила их на тарелку. Я их только прям с баночки кормила. И, в общем, надо ее голенькой. Так намного проще все отмыть, потому что с нее отмыть намного проще, чем сейчас все эти кусочки маленькие на ее одежде. Пока переодевала еще там на сколько было. А так она довольна, пожмякала. Молодец. Не отказалась. Завтра еще раз дам свеклу. Пускай еще раз попробует. Да, Варечка? Вот такое начало. Просто я что-то так посмотрела по списку. Она как будто бы так мало всего попробовала. Хотя я в детский мир захожу, такая вот эту пюрешки смотрю. И такая, ну, вроде она вот эту ела. А что еще? А вот по списку смотришь, и этот полный список найти еще как-то не могу найти. Там есть некоторые чисто вот аллергены такие-то, такие-то. А там всего лишь 6 аллергенов, например, да? А что еще вводить? Да, ягодки. Ягодки замороженные. Магазины, интересно, нормальные, нет? Понятное дело, что надо было об этом подумать. Я, кстати, по время беременности об этом не подумала, хотя надо было.
То есть надо было хотя бы либо купить, либо собрать эти ягоды и заморозить для нее по чуть-чуть. Я этого не делала. Ну ладно, в этом году сделаю, дай бог. Вышли погулять с Верочкой. И с Варей, и со Светой. Матвей проснулся через 20 минут. Ну там шумно было. Мы возле дороги шли, чтобы сюда прийти. На тропу здоровья. Единственное место, где можно зимой погулять. Спокойно, где тихо. Вроде бы уложила. Сейчас пойдем. Ладно, Варечка спит. Варечка в этом плане вообще молодец. Тю-тю-тю. Ты сейчас сглажу. Вот дорога. Да, уложила. Молодец. Матери года первые. В обеих первенцы. Учимся, учимся. Матери в деле. Матери психует. Нет, не разрешает нам разговаривать. А матери надо выговориться. Такая площадочка. Летом. Ой, летом тут там делать нечего, да? Мало, тут нам вообще не для нас еще будет. Нет, летом нет. И летом тебя не будет другое место ходить. Теперь мы еще детей отошлем, да? А чего? Ну да, кстати, когда они подрастут, можно будет вот это снова уже друг другу показать. Хочу показать книжку. Варечка, покажи книжку. А? Веселая ферма. Первые страницы последние, они шуршат. А внутри вот у нас что, да? Щенотик, уточка. Да. И еще одна страничка. Все у них так торчат. И закрываются. Прикольно. Где? Вышли гулять, значит, что? Сейчас 100% проснется. Потому что мы отъехали, она не проснулась. Нормально все. Но пришлось пораньше идти оттуда, потому что я хотела еще полчаса погулять. Ну, чтобы полчаса. Ой. Попозже, чтобы она встала. Два дня на сна. Молодцы просто. Четко. Варечка, тебе нравится? Оно еще движется. Сегодня варю вот такой завтрак. Это яичко размяла вилкой. И каша кукурузная. Игрушка. Варя. Будем пробовать, да? Яичко будет пробовать первый раз. Да, чуть-чуть сначала. Потрогать тоже надо было. Да, не торопись, не торопись.
вкусно. Давай кашку. Кашка тебе нравится, да? Ну, чего вам нравится? Яичко я сделала так, сейчас 1/4 накрошила, и то она съела чуть-чуть. Все, уже наелась. Такая красивая. Да? Это довольна, я скажу, да? Список продуктов в итоге я нашла. Нашла просто одного блогера, увидела, она там выложила список 100 продуктов. Я у нее заскринила и отметила, что Варечка уже пробовала. Ну и сейчас буду, получается, там вычеркивать, что она попробовала. Да, да. Варечка тянется, тянется. Да. Мамины волосы, да? Я прикреплю сюда, чтобы вам тоже было, если интересно, тоже соскрините. Если надо будет, я могу... ну да, я, наверное, оставлю... Прикреплю этот файл, вдруг кому понадобится. Да, чтобы можно было скачать его. А еще мы начали массаж. Ай, уже 4 дня сделали. Да, тебе массаж, да? Тебе массаж, Варечка? 4 дня уже делали. О, первый день она плакала все это время. Причем она плачет не от самого массажа, а от женщины, которая делает ей массаж. Да, тебе нравятся волосики, мама, да? У тебя тоже такие вырастут. Да, шевелюра будет у тебя. Да, будет шевелюра. В итоге, да, 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 да. Она первый день плакала все время. Все свои слезы выплакала. Второй день заходит она. Мы встретили, я такая думаю, может быть, если мы ее встретим, ну, Варя такая посмотрит на нее, посмотрит, все нормально будет, да. В итоге мы ее встретили, она там минуты две подумала, посмотрела на нее и опять заплакала. Причем мы еще даже не приступили. Потом мы попробовали ее, да, я про тебя говорю. Да, мы попробовали ее повернуть на животике, она делала массаж, и пока она лежала на животике. Так нормально. Я ее отвлекала всякими игрушками. Да. Ой, Варечка. Да, я про тебя говорю. Все. Ладно. Сейчас. Да, я ее отвлекала, но потом все равно, когда она делает упражнение, ей, ну, получается, она делает упражнение на четвереньки, сидеть, ползать. Да, все вот эти упражнения пока делает. Да. Она уже там плачет. И так уже 4 дня. Курс 10 занятий. Пип. Я хотела заснять, причем как, ну, как она там на массаже лежит. Ну, с другой стороны, ладно. Она там все равно голенькая лежит. Почему мы делаем массаж? Потому что первый раз мы лежали в больнице из-за гипертонуса. Нам порекомендовали лечь, мы легли. Нам там делали 5 дней курс массажа. И вот я еще раз повторяю его. Да. Она не выспалась. Ну, на этом видео заканчиваю. Сейчас буду готовить тавовое. Я еще ищу свой стиль. Но мне нравится. Пока что. Варечка. Варя. Какая ты нежная. Mm-hmm.
Да, ты такая нежная. Схватила опять. Скажи пока. Всем пока. До новых встреч. Да.